опытный зооволонтер Алексей приехал фотографировать маму-собаку и ее малышей, которых она родила прямо в поле. На дворе стояло лето. Мужчина и его помощники планировали пристраивать щенят прямо с улицы. Но тут они заметили, что один из крох почти не двигается и выглядит неважно. Было принято решение увести больного щенульку в дом к Алексею. При осмотре стало ясно, что малыш страдает пироплазмозом. Атакованный клещами, он изо всех своих маленьких сил боролся за жизнь, не планируя сдаваться. Алексей назвал своего подопечного Листиком. Листик оказался настоящим бойцом. А еще у него был хороший помощник, другой подопечный Алексея по кличке Люк, тоже щенок, спасенный с улицы. Он целыми днями сидел около своего нового крошечного друга, вылизывал его, поддерживал во время процедур, грел и не спускал с малыша глаз. Совсем скоро стало ясно, что Листик победил болезнь. Люк продолжал заботиться о нем, но начал и учить его таким важным вещам, как игра в прятки и догонялки. Несомненно, для щенулика это очень важный навык. Очаровательный Листик полностью окреп и уже задорно носился по дому Алексея. Стало ясно, что теперь озорнику можно искать дом и хозяев, но только таких, которые не посадят мальчика на цепь. Уж слишком ласковым и жаждущим общения он был. Вскоре подходящие ручки для Листика действительно нашлись. После первого же звонка будущих хозяев щеночек убежал к порогу дома, пристально глядя на дверь. Алексей посчитал это очень хорошим знаком и не ошибся. Сейчас Листик живет в доме, где все окружают его лаской и заботой. Из больного и беспомощного крохи он превратился в энергичного и активного щенка, который не перестает радовать свою семью. И все это удалось осуществить благодаря Алексею и его доброму сердцу.